Современный мир тяжело представить без рекламы. И в крупном мегаполисе, и в самых маленьких городах нас повсюду окружают яркие вывески и логотипы. Они делают символику любой компании более узнаваемой. О том, как создают наружную рекламу и как она работает, наш следующий сюжет. Один из эффективных способов заявить о себе – брендирование автомобилей. Этот метод наружной рекламы выбирает большинство компаний. Ведь все, что нужно – это разместить информацию на стеклах служебных машин. Дальше реклама работает самостоятельно. Так как сейчас у нас очень мобильная жизнь, все постоянно куда-то перемещаются на автомобилях, создаются, как мы все знаем, большие пробки на дорогах. Соответственно, когда человек стоит в пробке в автомобиле, и он видит перед собой автомобиль с какой-либо рекламой, да, он запоминает, у него это откладывается в памяти. Уже более 10 лет в этом направлении успешно работает компания «Где наклейки». Типография занимается изготовлением любых наклеек на заказ. Печатные машины работают круглосуточно и готовы справиться даже с самым большим заказом. Принцип – это качество. Лучше чуть-чуть, возможно, по срокам мы попросим заказчика подождать, но мы сделаем качественно. У нас главное – это качество. Типография работает по полному циклу. Кроме производства стандартных наклеек и этикеток, компания занимается брендированием автомобилей и офисных помещений, а также оклейкой офисных перегородок и витрин. На сегодняшний день портфолио предприятия насчитывает более 100 успешно реализованных проектов различной сложности. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.